Пока гром не грянет, злополучный переход в Новоталице, где 28 мая сбили 14-летнюю девочку, перенесли рядом ограждающей конструкции. Соответствующее задание на прошлой неделе 2 июня дал глава региона, потребовав решить этот вопрос в течение 3 дней. За выходные работы были проведены, но не закончены. Погодные условия не позволили нанести разметку. У нового перехода появился знак, ограничивающий скорость до 20 км в час. Однако при виде его не все автолюбители сбавляют скорость. Лежачие полицейские заставляют водителей притормаживать, но пока к этому приноровились не все автомобилисты и по привычке лихо пролетают мимо. Такой переход не единственный. Мы узнали, сколько опасных участков в самом областном центре. Очагом аварийности считается место, в котором в течение года произошло от 3 до 5 ДТП с пострадавшими. За 5 месяцев этого года в городе Иваново сформировалось 11 очагов аварийности. Такие как перекресток улицы Богдана Хмельницкого, улица Велишская, перекресток улицы Лежневская, проспект Строителей, улица Станкостроителей, улица Лежневская от улицы Пророкова до улицы Шуйская, перекресток проспект Ленина, улица Якова Горелина.